Всем привет, пацаны! Шериф опять в деле. И как я уже говорил в одном из видео, его среднее время улучшилось примерно на десятку. Во время обновы я крутил подвеску и сейчас покажу вам новые настройки. Они сейчас вот такие. Коробку я не трогал. Настройки КПП те же. Сегодняшнее видео я решил построить так. Будут две самые результативные попытки и объявление победителей в конце. И первый соперник у нас Алекс Петров на Ford Crown Interceptor. Как же приятно это видеть. Чувак не обломался и вкачал Форда, хотя есть и более сильные машины. И, как мы видим, это отлично вкачанный аппарат. Отставание совсем небольшое. Следующий соперник – Сергей Лысенко на Кабане. И как мы видим, легко. Алекс Петров его тоже бы на изи порвал. Следующий соперник. Тёма Бур на Е34. Десять девяносто пять. Время плохое, расслабился, но тем не менее победа. Следующий соперник – Влад Монтус на Сиерре. И делаем эту Сиерру с огромным отрывом. Следующий соперник – Денис Шаландин на Сиерре опять же. И опять легкая победа. Следующий соперник – Нарипат Халиков на Е320. Десять девятьсот двадцать две, и это было легко. Следующий соперник – Плайер 33-96-21 на Мерси S600. Кабан немного порезвее предыдущего Е320, но опять уверенная победа. Следующий соперник – Сергей Николаевич на Е320.
10.913. Отличное время. Раньше я так не ехал. Следующий соперник. Плайер 500-700 на Audi A80 Quattro. $10,919, и это уже больше похоже на гонку. Nissan 350Z. Нехилый Nissan, но опять победа. Следующий соперник. Кирилл Юдин на Е320. Знаем Кирилла. Надеемся, не вкачал еще Мерс с прошлого турнира. Иначе может и уделать. $10,913. Пока лучшее время. И опять победа. И снова Кирилл Юдин. И это уже подарок судьбы. $10,916 и 12-я победа у нас в кармане. Следующий соперник. Гуф Самсунг на кабане. Пытается догнать в конце, но финиш. И 13-я победа наша. Следующий соперник. Беслан 019 на Е320. Очень сильный Мерс, пожалуй, самый зрелищный заезд сегодня. Следующий соперник. Плайер 84-99-03 на Мерсе Е320. Напряженная борьба, вы видите, что я обхожу его на бампер, но игра засчитывает мне поражение. Что ж, берем еще одну попытку и продолжаем. И следующий противник у нас Денис И на Пассате. $10,957. Плохо проехал, но Passat проехал еще хуже. И Passat оказался не слабым. Следующий соперник. Виктор Кравцов на Е34.
И, как мы видим, победа на полтрека. Следующий соперник – Дмитрий Чигрин на Nissan Skyline GTS-25. «10-910. Лучшее время на сегодня. И опять победа». Следующий соперник. Денис Шаландин на «Сиере». Был уже... «10-913 и легкая победа. Следующий соперник – Евгений Голотов на Е34. И это было более чем легко. Следующий соперник – Тихон Самухин на Е320. «10-910. Отличное время и уверенная победа. Следующий соперник – Виталь Кайгородов на Е320. «10-910 и опять не напрягаясь. Следующий соперник – Никита Раут на Е34. «10-913 и опять победа. Девятый соперник у меня не записался, так как забыл отжать паузу при записи, но там была победа. И десятый соперник у нас Алекс Петров на «Шерифе». Это было красиво. Следующий соперник – Антон Редлайн на «Камаро». «10-925 и делаю комара довольно уверенно. И опять он же.
10-910 и опять победа. Последние секунды турнира. Я успеваю нажать на соперника Беслан 019. И еще при прогреве турнир заканчивается. Десять девятьсот семнадцать, и я делаю его примерно на пол корпуса, но поздно, вне турнира, ничего не поделать, и идем смотреть победителей. На первом месте Серега Голубович, на втором месте Макс Шарец, на третьем месте Виталий Фалейчик, на четвертом месте Богдан Питковский, на пятом месте Ватаев Заурбек, на шестом месте Дмитрий Колдаев, на седьмом месте Андрей Шуст. На восьмом месте Плайер 25-48-64. На девятом месте Плайер 84-99-03. И на десятом месте Беслан 019. Ну а у меня на сегодня все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Если еще не подписаны на канал, подписываемся. А с вами был Анубис и его шериф. До встречи в следующем видео.